находимся в городе Москве, потому что это для меня не просто хороший город, это мой родной город. Поэтому все, что происходило, происходит в Санкт-Петербурге, мне всегда было интересно. Если говорить, наверное, об оценках, то понимаете, всегда трудно оценивать предшествия, и не всегда это корректно. Но, во всяком случае, я думаю, предложение Валентине Ивановне возглавит Совет Федерации, нашей страны является, наверное, самой высокой и объективной оценкой со стороны руководства страны. Если говорить о личности, то я, как я уже говорил, 11 лет назад уехал в Москву трудиться, и во всяком случае могу сказать абсолютно искренне, чисто внешне, вот за те 8 лет, которые я работал в городе, город очень скоро изменился в лучшую сторону. Я понимаю, что есть много проблем, наверняка особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве.